Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня очередная прокачка нового героя на максималку с нулевого по 30 прорыв. Многие спрашивали, сколько каких камней уходит. Сейчас вы сможете подсчитать, сколько ресурсов у нас уйдет на это все. Так, забираем плюхи. Ну, неплохо дают, как обычно. На английском сервере. Так, 300 как волоков и десятка. Еще 500. Окей. Коллекционер сегодня есть. Ну, остальные акции, как обычно. То есть ничего, скажем так, нового. А, такс. Поехали, пооткрываем еще здесь. Потому что нам по-любому придется докупать еще желтые камешки. А может и нет, сейчас посмотрим, как попрет на открытие. Так, суки, есть. Смотрим. Книг у нас 32766. Напишите в комментах, сколько чего у нас получилось. А, так, красные кристаллы 5692468. А, ЗПшки тоже, обратите внимание, 47457-56. Так, и теперь желтые, красные камни и камни Апекса. Вот они. Раз, два, три. 13500, 42500 и 3500. Вот так вот. И сегодня мы докачиваем. Кто был вчера на стриме, видел. Где наша имба? Как это я ее с таблетки снял? Вот такая вот заклинательница. Ну что, поехали. Как видите, она нулевая. Давайте эти книги не будем трогать. Будем трогать только желтенькие. Ну, потом вы же себе, кто захочет, тут умножит. Плюс-минус, кого интересует еще опыт. Так, ну вроде все, запашки, камни показали. Поехали. Реально очень длительный процесс. Считайте, надо поднять 30 уровней нам. Это не с 20 на 30 по времени, я даже не знаю. Минут 10 будем качать однозначно. Ну, тут можно изначально не пользоваться такими топовыми книгами. Потому что получается у нас перелимит. Ну, это такое, нам самое главное посмотреть такие расходники. Опыт можно пропусками качать, то есть просвет оставляете героя вперед. Правда, вы замахаетесь, честно говоря, без книг качать. Я не знаю, сколько там миллионов, но дофигища. И заодно посмотрим, сколько силы мы подняли. Тоже напишите в комменте. У нас было 65.018, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, изначально, видите, 3 силы, 7 силы за переход. Реально очень мало. Но потом, конечно, прибавочка дается. Шестая часть.
Жесть. Надо будет посчитать как-то, сколько щелчков идет на прокачку. Хватает ли ресурса? Кстати, кто-то спрашивал, какая мышка бесшумная. М330. Logitech. Очень неплохая. Ну и удобная, компактная. Так, 13к камней должно, по идее, нам хватить. А может и нет, сейчас посмотрим, как дойдем до 20-го, там плюс 9000 надо. Ну, до 20-го дойти, как видите, это не есть проблема, скажем так, это не те затраты. Вот с 20 по 30 там действительно дофига надо ресурсу. Посмотрим, что покажет себя заклинательница. Так, ну что, три сделали. Добрались. Как видите, куча надо красных кристаллов. Мне тоже будет интересно посмотреть, сколько там. Напишите в комментах, сколько красных кристаллов у нас на это все дело ушло, потому что, ну, их очень много надо. Они везде, и на Ковкуруме, здесь. Красными, конечно, без доната, наверное, самая большая печаль. Без кабашки вы запаритесь их собирать. Так, половину прошли. Еще немножко, еще чуть-чуть. Такс, ну, видите, уже минут 8 потратили. Посмотрите, сколько опыта надо. Просто жесть. 32 миллиона опыта, ребят. Да, на каждый, на 34, плюс 2 миллиона каждый раз. С каждым этим увеличивается. 35. Дальше вообще просто жесть начнется. То есть вы представьте, сколько вам надо подземки пропускать, чтобы столько набить, там, если на переходы, на просто эволюцию, там вообще копейки по сравнению с этим. Просто обалдеть. Хотел бы я видеть без доната, который качнет 30-й прорыв когда-то, сколько у него идет именно на прокачку пропусками. Надо будет, кстати, как-то замерить ради интереса хотя бы. Yeah.
Да, и ЗП-шек тоже много надо. Так, итого 19. Ух, 2/3. Две третьих пройдено. Так, ну вот пошли в ход Апекс камни. Все, вышли мы уже, видите, к основным героям. Ну уже смотрю, получается плюс 5к, и тут где-то тоже плюс 5к у нас получится. То есть 10 тысяч дает герой. Посмотрите, сколько надо. 90 миллионов. Это только 23-й почти. Соточка пошла. 101. Просто жесть, ребят. Как без донат может вот это вот все набрать, накопить, насобирать? Но это ж нереально просто. Интересно, нам камней хватит? 25-й, там по 1002, в принципе, должно хватить. То есть в районе 13к у нас только уйдет на прокачку желтых. Но если желтый еще куда ни шло, можно купить красный, вы до 20-го замахаетесь, собираете. Ну, в принципе, красный можно, а вот Апекс камни. Ну, думаю, следующую локацию какую-то с ними ведут. По-любому. Так, 26-й, да, нам скорее всего еще и камней желтых не хватит. Так. Ух, жесть, ребят. 238 миллионов. Ой, каких 238 миллионов? Раз, два, три, да, 245 уже. Вот финишная прямая. Тут только запашек надо свыше миллиона. Смотрите, как четко. Бум. Итого где-то плюс 10440 получилась прибавка в силе у нас. По ресурсам, посмотрите, было 47, по-моему, где-то 10 миллионов ЗП-шек ушло, если я не ошибаюсь. Выправите в комментариях. Красных камней тоже дофигище ушло. Что у нас там? Камешки. Давайте посмотрим.
Вот книг стало 28 тысяч, 28104. И идем к камешкам. Так, 114, короче, где-то 13к ушло красных, я не знаю, напишите, и 2226 осталось апекса. Короче, вот так вот, жестко все, реально жестко, ну, ничего не поделаешь. Вот такие вот требования к прокачке 30-го. Пишите в комментах, что вы по поводу этого думаете, но я считаю, это реально бред. Для бездоната хотя бы одного героя прокачать — это очень длительный путь. Все, всем 30-х прорывов, всем удачи, всем пока.